Вы знаете, мы довольны. Ага. Вот даже проходим мимо, сидим на лавочках, мы своим домом любуемся. Жители этого дома все лето в приятном возбуждении. Ремонту рады, но все же переживали за свои квартиры. Не придется ли переделывать плитку и натяжные потолки после врезки стояков? Работа строителей всех поразила. Быстро, аккуратно, качественно. Даже те, кто бойкотировал платежи за капремонт, поменяли свое мнение. Наверное, после вот такого опыта люди, наверное, повернутся к капремонту другой стороной и будут платить. Потому что отдача есть. Жители дома контролировали каждый этап ремонта, интересовались технологиями и материалами, много спорили по поводу оливкового цвета. Однако конечный результат всем пришелся по душе. Сроки окончания работ по утеплению и реставрации фасада по договору обозначались декабрем. Однако подрядчик завершил ремонт на несколько месяцев раньше. Я считаю, за счет хорошей поставки материала, за счет исполнительной бригады, которая производила монтаж, вот, и контроль качества, и содействие наших жильцов. Отлично. Все вместе мы сила. В доме номер 300 поменяли также инженерные коммуникации, отопление, водоотведение, горячее, холодное водоснабжение. Помимо красоты и эстетики, это даст жильцам немалую экономическую выгоду. Платить за отопление они теперь ежегодно будут 6-7 тысяч меньше. Для этого в доме установили погодозависимую автоматику. То есть если погода будет плюсовая, как иногда у нас бывает зимой, там +1 там, или, например, -5, то дом будет потреблять тепла намного меньше. Автоматически аппаратура это определит под датчиком, и теплоноситель будет меньше подавать на дом. Всего к чемпионату мира будет отремонтировано 250 многоквартирных домов. Большинство из них закончат уже этой осенью. Весной должны привести в порядок несколько памятников культуры, для которых требуется проведение экспертизы и доработка проекта. Инесса Панченко, Григорий Плешаков. События.